Сюжетная линия такова. Есть несколько семей, то есть есть семья, есть влюбленные пары, внучка с дедушкой и друзья. Все они живут, они радуются жизни и просто все вместе по воле случая встречаются именно на этом теплоходе. Конечно, я не мог взять на себя такую ответственность и просто начать снимать этот видеоролик. Я спрашивал у друзей, у близких, и, конечно же, я спрашивал у людей, которые непосредственно потерпевшие в этой катастрофе. И только после согласия и одобрения я взялся за этот фильм. Смысл был таков, то, что многие из нас живут как хотят, делают какие-то ошибки в жизни и надеются на то, что они в дальнейшем, завтра, послезавтра их исправят. Но понимаете, то, что не у всех бывает завтрашний день, и вот эта трагедия, которая показана в самом конце ролика, показывает то, что люди надеялись на завтрашний день, у них был отпуск, отдых, но не всегда все складывается так, как мы хотим. На самом деле, очень многие люди просто пытаются забыть эту трагедию, как страшный сон, но это неправильно. Мы не должны забывать это, мы должны помнить, мы должны чтить людей, мы должны помнить и соболезновать потерпевшим. Нельзя просто взять, закрыть глаза на трагедию и сделать вид, что ничего не было на самом деле. Алексей Кулешов, Талгат Бегимов, телеканал «Эфир».